Министр обороны прокомментировал смерть срочника в области ЖТСУ. Напомню, в Астана Таймс мы рассказывали, как в декабре прошлого года в воинской части Жаркента скоропостижно скончался Амир Байтурганов. Официальная причина – менингит, однако родные юноши с ней не согласны. По мнению отца погибшего, парень умер от затяжного пилонефрита, который не лечили должным образом. Глава Минобороны Руслан Жаксылыков опроверг доводы семьи Амира. Менингит. Причем скоротечная форма. И вы знаете, обычно такая форма заболевания у носителей. К сожалению, вот мы сейчас над этим работаем, когда мы призываем молодых ребят, согласно перечня обязательных анализов на носителей менингита его нет. Мы сейчас этого добиваемся.